за возможность выступить на форуме. Всегда с вами участвую. Я хотел бы продолжить то, что сейчас говорил Андрей Николаевич, и поговорить все-таки о том, какой у нас есть потенциал в нашей экономике для того, чтобы достичь тех целей, которые наше общество ставит перед собой. И здесь, прежде всего, нужно понять потенциал той инерции, которой обладает наша экономика. С одной стороны, здесь есть позитивная новость. Она состоит в том, что наши оценки потенциала инерционного роста в краткосрочной перспективе чуть улучшились. Если раньше мы говорили, что это 1,5%, то сейчас это около 2% в перспективе там, до 2025 года примерно. Более того, мы видим, что наша экономика восстанавливается после кризиса прошлого года достаточно успешно и, в принципе, достижимыми темпами экономического роста в этом году являются цифры в районе 4%, что еще год назад всем казалось практически невозможным. Но плохая новость состоит в том, что вот этот потенциал, он у нас постепенно сжимается. Мы видим, что за пределами 2025 года инерционные темпы роста составляют примерно 1,5%. Ясно, что с такими темпами роста мы ничего хорошего в развитии нашей экономики не добьемся. Это означает, что мы будем терять свои позиции мировой конкуренции, мировой экономики. И, в общем, конечно, требуется на эти инерционные темпы наложить что-то содержательное, то есть проводить какую-то экономическую политику, которая позволит иметь лучшие результаты. Если остановиться на том, почему мы растем так медленно, то, конечно, есть масса факторов и структурных, и связанных с некоторыми, там, может быть, действиями в области экономической политики, но фундаментально это следующее. То, что двигало нашу экономику вперед в 2000-е годы, к сожалению, уже в такой степени не растет. То есть мы не можем обеспечить одновременно и увеличение добычи наших сырьевых ресурсов, и не можем получить с мировой экономики такого объема спроса, то есть увеличение цен. Таким образом, даже если конъюнктура будет благоприятной, все равно таких темпов роста, как мы имели в 2000-е годы, у нас не получается, тем более, если мы посмотрим, что вот эти вот самые сырьевые ресурсы, о которых мы так много говорим, они, в общем, если их считать на душу населения, в общем, представляют собой довольно незначительную величину по сравнению с теми странами, которые реально могут жить за счет этого фактора. Ну, имеется в виду Катар, Кувейт, Норвегия и так далее. Для того, чтобы перейти к какому-то новому качеству экономического роста и иметь темпы хотя бы на уровне среднемировых, нам требуется интенсифицировать практически все имеющиеся возможности. Наибольшие возможности использования потенциала роста – это потребление нашего населения, потому что сейчас потребление домашних хозяйств составляет примерно 50% нашего ВВП, и, соответственно, вот здесь есть главный потенциал, и про то, как его использовать, в основном я буду говорить дальше. Безусловно, у нас есть возможности увеличения фактора государственного потребления, и вот и Андрей Николаевич, и до него, и Сергей Юрьевич много говорили, и Александр Дмитриевич про использование резервов, но на самом деле действительно потенциал увеличения государственного потребления в экономике довольно значительный. Безусловно, существенная надежда мы возлагаем на увеличение потенциала инвестиционного капитала. Здесь нужно сказать, что это не просто рост инвестиций, а нам требуется увеличение в структуре инвестиций компонента машинооборудования. Сейчас у нас перманентно растет доля строительно-монтажных работ, а вообще-то, конечно, нам требуется модернизировать производственный потенциал. Ну и мы видим, что за это мы, безусловно, заплатим большими объемами импорта, потому что импорт – это история, которая непосредственно связана с технологиями. Ну и за счет модернизации экономики появляется возможность повышения вклада экспорта в экономическую динамику. Если говорить про то, успешной или там, не очень успешной была экономическая политика последних десятилетий, то, конечно, ясно, что по сравнению с уровнем 1998 года, где-то там на уровне 10-13 годов, мы получили другую страну, которая принципиально вырос уровень как благосостояния, так и общих доходов населения. мы значительно сократили наше отставание по подушевому ВВП от Соединенных Штатов. Но вот посмотрите, вот та стагнация в уровне подушевого ВВП, которую мы получили после 2013 года, привела к тому, что вот эти показатели достигнутые, они даже стали ухудшаться. Это является свидетельством того, что мы росли даже в определенном промежутке времени хуже, чем развитые страны мира. Так вот, если бы мы в период с 2013 по 2020 год росли хотя бы темпом 3%, то есть не 7, не 5, всего лишь 3%, то сейчас бы мы имели соотношение подушевого ВВП США по ВПС на уровне 60%. И я утверждаю, что это было бы еще другой качественный шаг в уровне развития нашей страны. Мы получили бы новую, качественно новую экономику. Но этого, к сожалению, не произошло. Проблемой, ключевой проблемой нашей экономики является то, что, несмотря на существенный рост уровня доходов населения, общий, средний, который произошел, и уровень потребления, домашних хозяйственных структур потребления, мы получили значительное расслоение по уровню доходов населения, то есть где-то примерно 20% российских домашних хозяйств доходы выросли по сравнению с уровнем 90-го года больше, чем в 2,5 раза, а вот остальной части населения, к сожалению, рост доходов был существенно меньше. И вот это вот расслоение, оно не просто является там социальным каким-то фактором, но это сдерживает развитие нашей экономики. Потому что те предприниматели, те компании, в том числе и иностранные, которые оценивают потенциал нашего рынка, видят то, что внутренний спрос у нас сейчас ограничен. Соответственно, инвестиционная привлекательность нашей экономики не по причинам каких-то там, значит, климатических вещей, а именно по причине низкого потенциала роста нашей экономики. Вот это сдерживает, в том числе, вклад инвестиций в формирование экономической динамики. Ну, вот этот слайд еще больше, так сказать, иллюстрирует ту ситуацию, которую мы имеем с доходами, даже в период кризиса, общего падения доходов населения. Мы видим, что десятая, то есть самая богатая группа домашних хозяйств, ее доходы выросли, а соответственно у практически всех остальных доходных групп доходы снизились. Более того, у наиболее бедных российских семей доходы снизились в наибольшей степени. И в этой связи, конечно, действия, которые были анонсированы и в прошлом году президентом, и в этом году в рамках послания Федеральному собранию, эту ситуацию исправляли. Но у нас тогда возникает другой крен. У нас здесь средний класс попадает под удар. К чему все это ведет? Вот если посмотреть на левый график, то мы видим, что у нас снижаются как реальные располагаемые денежные доходы населения, то есть порядка 11% по 2013 году мы имеем по итогам 2020 года, так и номинальные доходы, подушевые доходы в долларах США. На самом деле это представляет проблему не просто социальную, но и макроэкономическую, потому что наша экономика становится менее привлекательной не только для внешних и внутренних инвесторов, но и для тех граждан, которые в этой экономике работают. Это значит, что у нас ухудшаются условия по привлечению трудовых мигрантов, в том числе высококвалифицированных, и у нас ухудшаются условия для деятельности на территории нашей страны тех людей, которые обладают высокими какими-то там интеллектуальными или другими качествами. То есть это создаются условия для того, чтобы эти люди покидали страну и искали место приложения своих усилий там, где, собственно, уровень оплаты их труда выше. То есть эту ситуацию, безусловно, тоже нужно каким-то образом переломать. Если мы посмотрим, как устроена структура занятости и оплаты труда в нашей экономике, то есть откуда вот у нас возникает этот вот разрыв в уровне доходов и почему он так значим, то, конечно, это прежде всего то, что структура рабочих мест в экономике, об этом уже сегодня очень многие говорили, она, конечно, совершенно неэффективна. У нас более, почти 40% населения работает на низкоквалифицированных рабочих местах, но, соответственно, такие рабочие места плохо оплачиваются, и, собственно, отсюда возникает вот эта вот вся история с социальным, то есть это одна из причин. При этом у нас всего 28% работников, которые, значит, задействованы в нашей экономике, получают зарплату на уровне и выше средней. А, соответственно, 72% получают зарплату на уровне и ниже средней. Ну, понятно, что при том, что уровень средней оплаты труда у нас не такой блестящий, как хотелось бы, то это все вот и приводит к тем негативным последствиям, которые мы имели с точки зрения оплаты труда. А что же с потреблением? Ну, с потреблением ситуация еще хуже. Вот если мы посмотрим на эти синие столбики на левом графике, то видно, что у нас у половины домашних хозяйств, то есть первая и пятая, по пятую децильную группу населения, на продукты питания тратится более 40% дохода. А если мы туда добавляем обязательные платежи, то это более 50%. И понятно, что эти люди не могут ничего тратить на человеческий капитал, у них нет возможности оплачивать ни здравоохранение, ни образование, ни нормальный отдых. Если мы посмотрим, как менялись параметры нашего рынка, о чем я уже говорил, это очень драматическое снижение в форме 2013 года, автомобили, бытовая техника, но вот и продукты питания. То есть мы видим, что у нас резко снизилось потребление рыбы, морепродуктов, говядины, то есть таких премиальных пищевых продуктов. И, в общем, конечно, структура потребления, в том числе продуктов питания, она за последние 5-7 лет явно не улучшилась. Дополнительное давление на доход населения сейчас оказывает ценовая динамика. Вот если посмотреть на правый график, то видно, что вот те продукты, которые преобладают в структуре расходов нашего домашнего хозяйства, вот цены на них росли чуть ли не в опережающей степени. То есть это продукты питания, вот красная такая пунктирная линия – это средний уровень инфляции. Это продукты питания, это услуги ЖКХ, это одежда. Ну, собственно, вот у нас сложилась ситуация, при которой даже самая богатая десятая доходная группа населения тратит на продовольствие существенно больше, чем сопоставимые группы по доходу ну, восточноевропейских стран. Да? То есть у нас даже богатые люди находятся под давлением в связи с тем, что вот, первичные продукты растут быстрее, цены на них растут быстрее, чем на любую остальную продукцию. Что с этим делать? Ну, вот, например, тот рост цен, который у нас сейчас происходит, он лишний раз демонстрирует, что мы попали в такую систему красных флажков. То есть это набор постулатов экономической политики, которые мы не можем переступить в силу разных причин. Это может быть или идеологические причины, или причины, связанные с высокими рисками, возможными, потенциальными, либо ну, какими-то другими факторами. Ну вот, например, рост цен производителей, как мы сейчас видим, который существенно опережает параметры инфляции. И это же результат того, что мы имеем одновременно в экономике экспортный паритет, то есть сырьевая продукция формируется от мировых цен. У нас есть бюджетные правила, которые сдерживают укрепление курса рубля в результате улучшения внешнеэкономической конъюнктуры. И к этому же у нас пристегнуто инфляционное таргетирование, которое, в принципе, мы это видели последние месяцы, отвечает повышением или ужесточением денежно-кредитной политики в ответ на рост цен, вызванный параметрами мирового рынка. То есть вот если мы в этом треугольнике или в этой ценовой трилемме, как здесь написано, попытаемся убрать любой элемент, то в общем ситуация становится управляемой или регулируемой. Но мы этого сделать не можем в результате каких-то причин. В результате, значит, вынуждены регулировать цены за счет административных мер. Значит, возможно, так сказать, тут, безусловно, больше сюжетов, чем я сказал, но на самом деле это состоит в том, ответ состоит в том, что, значит, наша экономическая политика недостаточно гибкая. Вот если мы посмотрим на то, что нам показывал Андрей Николаевич, видно, что Соединенные Штаты действуют в условиях кризиса весьма и весьма эффективно, потому что понимают, что тот результат, который они получат в результате преодоления кризиса, всегда перебьет все те возможные риски, которые возникают при, значит, изменении текущих постулатов экономической политики. Ну и последнее. Вот я назвал это проблемой курицы и яйца. Как запустить экономический рост? Ну вот сейчас разрабатывается фронтальная стратегия правительства, и, насколько я понимаю, там ключевая история: давайте запустим экономический рост через стимулирование частных инвестиций. На самом деле тут есть проблема, потому что все-таки мы понимаем, что так можно стимулировать государственные компании, так можно стимулировать государственные проекты, но если говорить всерьез, то Частный инвестор пойдет тогда, когда будет больше спрос в экономике, когда она будет развиваться более эффективно. И вот для этого, на самом деле, нам прежде всего требуется поддержать социальную сферу и потребительский спрос. На мой взгляд, при помощи таких мер мы можем добиться больших успехов. Спасибо.